лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал «Универ ТВ». Встречайте его представителей: Анна Глазунова, Диана Шилова, Радик Загидулин и Роман Полянсков. Молодцы! Награда нашла героя. Ну что? Наш с вами фирменный... Зачет! Молодцы! Ура! Пойдем вместе для общего фото. Я вспомнил еще фотографии. Давайте сделаем селфи. А, ты хотел селфи сделать. Идите сюда. Давай, давай, бегом. Это же медийщики, вы же сами понимаете. Конечно. Ребят, да у вас самое массовое селфи похоже на нашем сегодняшнем празднике получается. Улыбайтесь, друзья, вы в кадре. С 24 по 25 января в Казани проходит Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вести вперед». Прямо сейчас в Татнефть-арене проходит торжественное празднование Дня студента. Наш телеканал «Универ ТВ» был признан лучшим студенческим телеканалом России. Международная ассоциация студенческого телевидения наградила нашу команду за конкурс на лучший медиа-центр среди вузов России в номинации «Лучший студенческий телеканал». Нашей команде вручили статуэтку и подарок компании «Окно ТВ» партнера «Маст». В течение месяца будет создан студенческий телеканал, где будут транслироваться материалы всех наших членов ассоциации. Этот канал будет транслироваться на территории всей России. Так что, пальцы вверх! В форуме принимали участие более 5000 студентов из 38 регионов России. Основной целью форума, приуроченного ко Дню российского студенчества, является продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране. На протяжении нескольких дней лидеры объединений получали новые знания, делились опытом и посещали интерактивные встречи с представителями различных сфер деятельности. 25 января для участников событий организовали праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества. Подарком для молодых людей стало выступление певицы Юлианы Карауловой и группы «Бандерас». Перед собравшимися также выступила группа «Звери». Участие в мероприятии принял и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства специально прибыл на форум студенческих клубов «Вместе вперед» в Татнефть-арену, чтобы поздравить всех студентов страны с профессиональным праздником. Успехов в учебе и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи, Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Организаторами Всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед» выступили Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Республики Татарстан. Мероприятие проходило при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Диана Шилова, Радик Загидулин, Универньюз.